Добрый день, дорогие друзья! Это видео про однодневную поездку к большой Фанагорийской пещере тремя нивами. Съездили просто отдохнуть, посмотреть на природу и проехать один из самых наших любимых маршрутов. Приятного просмотра! Не забывайте оценить видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные ролики. Приятного просмотра. Так, возьми вот этот поворот. Да, вот сразу влево. Туда колеса выкручивай. Я заснял. Вась, ты пропустил это, ты видел? Я тебя видео покажу потом. Руль вправо. Только вправо. Давай тогда на эту сторону. Попробуй включить скорость первую. Попробуй. И вправо руль. Надо нам на эту сторону. Не, на видео я говорил, давай левее. Я же Рубик потерял. Валяться. Дядяшка!
разок давай, нормально, уже почти доехал. Все, стоп, 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 там уже яма. Ага, ему теперь оттуда надо выбраться. Что такая ты свойство? Вот, смотри, смотри, вперед выгибает, тоже так. Выгибается кон. Надо еще выстукивать, у него трет. Вот он наш оффроуд. Мы его нашли. Как говорится, вот эти колеса просто не едут. Это колеса по городу кататься, наверное, подойдет. Ну и максимум, наверное, по легеньким горам. Вон у нас Олежа, белка. Немножко пострадало крыло. Вот, немного троим. Ничего, едем дальше. Чиним бампер вместе с крылом. Не, ну Олег вообще красавчик. Да, ну он металл порвал просто. Бля, не, это тоже надо. Ну давай. А вот давай сюда, тут же деревяшечка где-то была. Куда ты? Деревяшечка. Ну да.
чуть-чуть переборщили. Не, и ты можешь постучать здесь. И чё, морда висит. Thank you.
Окей. Стой, там давай я вот здесь вот подтолкну тебя. Давай. Ну тут можно съехать в дерево. Видишь, ведет. Ай. Слушаешь меня? Ну езжай. Молодец. Зеркало. Зеркало. Сложил. Красота. Мы поехали дальше. Да нормально тут все. Ничего, ты на пульте.
Тут дождь, солнце. Вот это неловкая ситуация. Почти асфальтированную. М4. Ты туда, да? Да. Ну тут нормально пока. Давай. Вот так и иди. Все, все, ровно. Нормально, нормально пройдет, да? Во-во-во, давай, давай. Давай, 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 давай. Вот там еще нас. Все, ровно. Все, ништяк, поехали. Да. Да нет, там нормально. Нормально, нормально, только не резко. Только не резко. Пойдет. Даже не цепанул. Ну, бампер нет, нормально. Бампер нормально. Пружина. Народ.
Середина пути, привал. Мы приехали первые разжигать костер. Костян остался, они поехали на водопад на какой-то сам. Там 80 метров пешком идти. Вон там Нивка вдалеке. Денча. А вот там вот где-то водопадики где-то там есть. Идем туда. Мы уже решили костер разжигать впервые. Пойду схожу на пещеру. Большая Фанагорийская пещера. Ну вот машины. А вот пещера. Видите? Пойдем посмотрим, что туда и как. Ох! Тупик. Узенько. Света телефона не хватает. Ох! Ущелье. Узенько было. Это был первый зал. Говорят, зала 3 тут должно быть. О, смотрите. Мышка. Красивая. Ладно. О, еще одна. Их тут много, оказывается. Надо смотреть просто по сторонам. Ладно, буду выползать обратно. Ура, свет! Ха. Фух. Большая Фанагорийская пещера. Там что-то тоже вкусненькое. Что у нас тут? Пока лук. Пока лук. Лук тоже хорошо. Ты слишком джинни выпустил. Че, коллегиально принимаем решение ехать в обратную сторону, на подъем не ехать, да? Да. Потому что дождь очень... Нет резины. Да, Костян вообще на своих гражданских, можно сказать, Танио. Это же Гудрис, нет? У тебя? У тебя? Артек. Ну, похож на Гудрич очень сильно. Только дешевле, в 3 раза. Ну да. Ну тебя прям иногда в колею прям затягивает. Прям ты ешь такой и все, ушел. Не, на самом деле работает нормально. Для своих денег вполне да? Отлично. Ну, видишь. Ну а так в целом. В целом ждем мясо и хотим есть. Зато точно домой сегодня попадем не в полночь. А это подожди, не закрывай. Сука. Давай не надо. Это как получится. Ну ладно. Ну лебедку еще не разматывай. Значит, нормально, уверенно едем. Ну да. Динамка выручает. 2 или 3 их там сколько-то.
моста. Ты на колею не заедешь сюда уже. Только с разгончика. Будешь пробовать? Либо зацепом можно. Ты сюда? Или туда? Да давай туда. Левее. Левее. Две
без гидроусилителя, руль такой, нахуй! Да, да, справа. Вот один момент стал, он просто Козёль! Да, потому что ты не по колее ехал, а ты сверху спустился и тебя вывесило. Я предлагаю тебе просто вот прямо по колее, как костям ехать. Да, палатку, наверное.
ничего страшного. У меня тут немножко есть. Ну. Пойдем у меня посмотрим. Что там? Во, Костян, иди. На какие этот? Одень ремень. У него неудобно, не давай, просто скажи. Что? Куда? В смысле, что, куда? Ну, этот самый, внизу коленвал, помпа вот, и генератор. Коленвал, да, я же говорю, верхний. Коленвал какой именно, вот сюда? Ну что, белочка у нас сзади. Сейчас только телефон. Белочка, Олежа. Домой на трассу. Олега, короче, сдох Гена полностью. Поменяли ремень, щетки, но... и щетки не меняли. Щетки не меняли просто. Ну, в общем, зарядка 10, падает до 9, и все, машина не едет. Но ничего, бывает и такое. Сегодня было много бродов, много грязи, так что это неудивительно. Вот. Но ничего, мы едем. Все хорошо.